Киевский проспект, Путиловка, остановка столовая. Это Чапаева 2, походу. Вот как-то так. Путиловка, лесопрокатчиков 3, дом. Вот теперь как-то так выглядит у кого-то квартира. А недавно только отстроили дом. Да, дом построен только недавно. Ну, до 9 этажа уходит. Дедушка вообще там у мата выпал. Говорит, я сейчас на ноль позвоню. Так, вот как выглядит эта местность. Да, последствия. Итак, это Путиловка, улица Бориса Горбатова, дом 51, сгорел. Нет вот крыши, мы выйти не можем, так как дверь закрыта. Просто нет ни окон, ни двери, ничего нет. Я не знаю, как приблизить. Вот, смотрите. Это последствия обстрела Путиловки. Он сгорел. Оба, отойди. Бедный дом. Это просто ужас. Людей, у людей даже стены все просто поубивало. Кто-то жил и теперь не живет. Вот, просто сквозная. Снаряд на 58-й школе. Воронка. На поле 58-й школы. Воронка. Путиловка горит. Путиловский рынок горит. Мы идем дальше. О, окна у всех повылетали, вот, которые дома были на 52. Сейчас подойдем туда. Возле, кто был, жил на 58-й школе, у тех окна у всех повылетали. На листопрокатчиков. Листопрокатчиков еще горит. Но я то не пойду на листопрокатчиков. Вот, идем сейчас к 58-й школе. Фух, бомбят все. А мы ебанутые. Слов нет. Вот этим? Да. Боже. Вот дом возле 58-й школы. Там Наташи. А, и, да, ее Настя знает. Вот такой теперь у людей дом. Без окон, без двери. Вон воронка, смотри. Вон там воронка. Вот. Все, я сняла. Воняет газом. Пошли.